Вот современное кресло, которое регулируется, мы можем менять его наклон, оно раскладывается до 180 градусов. Эндоскопист Дмитрий Баранов обследует пациентов с открытой формой туберкулеза. В его кабинете должно быть не только комфортно пациентам, но и безопасно врачам. Теперь эти две задачи решает новое оборудование. Здесь эндоскопы могут храниться, как положено, в стерильном состоянии до 72 часов. То есть сюда постоянно происходит подпор стерильного воздуха. Когда нужно, можем любой аппарат достать. Вот как я уже показал, что сразу мощно воздух дует, то есть туда никак не попадает отсюда что-либо нежелательное. Врачи говорят, новый эндоскоп облегчил диагностику. Теперь картинку на мониторе можно увеличить, остановить, записать, сделать ярче. Такого прибора в республике еще не было. А ультрафиолетовую установку для дезинфекции помещений врачи между собой называют бомбой. Когда приходит время очистки, срабатывает сирена, как при пожаре. На него потратили 500 000 рублей. Но он того стоит. За 3 минуты он полностью обеззараживает воздух в кабинете. Изменили здесь и послеоперационные палаты. Специальная у него ручечка такая есть. Раньше у нас этого не было, просто привязывали веревочку, значит, больные за эту веревочку сами поднимались. Стоечка под капельницей тоже. Приходилось переносить, переносные все были. Теперь все, рядом с кроватью. Но больше всего врачи рады новой операционной. Ее открытие ждали больше полугода. Теперь здесь можно проводить операции сразу у 2 пациентов с разными патологиями. Блоки герметично изолированы друг от друга. А новое оборудование позволит выполнить более сложные операции. С помощью этой видеотороскопической стойки, значит, мы получили возможность проводить эти самые операции через малые доступы, менее инвазивное такое вот вмешательство. Мы имеем возможности перезаписи этой самой хирургической операции, если что-то у нас не срастается, не получается, необходима консультация со специалистами более высокого уровня, с институтами туберкулеза, то теперь эта возможность для жителей Удмуртской республики также реализована. И это, говорят врачи, еще не все новинки. До конца года здесь появится новая лаборатория. Это в разы ускорит и повысит качество диагностики. А значит, врачи смогут более оперативно корректировать лечение. Мария Мерзлякова, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия».